Сегодня Полевской скорбит. Внезапно ушел из жизни для города человек-легенда, для друзей палочка-выручалочка. Добрый и отзывчивый человек Алексей Михайлович Зюзев. А еще накануне он рассказывал друзьям о своих грандиозных планах на будущее. И это в тот день, когда отмечал день рождения. Ком в горле, что сегодня мы потеряли вот нашего энергичного человека Алексея Михайловича. На днях мы 85 лет поздравили его с этой замечательной датой. И о планах, конечно, было планов громадье, но... Алексей Михайлович мечтал организовать традиционный пробег к даче Жукова в деревню Раскуиха. Уже строил планы на пробег в подшефную воинскую часть. Вместе с ветеранами завода решил всерьез заняться скандинавской ходьбой. Он мечтал, чтобы молодые люди также в этих начинаниях были активны. Молодежь не должна засиживаться дома. Надо больше заниматься общественной работой, надо больше быть на людях, надо работать над собой, надо уметь доставлять себя. И утром зарядка, и пробежка, и физкультурная гимнастика, и по возможности принимать участие во всех спортивных мероприятиях, которые проводятся на нашем заводе и в нашем городе. Он был энергичен, он успевал везде. Его активной жизненной позиции удивлялись многие. Вот он торжественно поднимает флаг Всероссийского бега наций. И вот он уже на собрании заводских ветеранов, где активно обсуждает комплексную программу «Старшее поколение». И заметьте, вплоть до 18-го года. Он хотел жить, хотел действовать. Даже поехал под Нижний Тагил в пансионат, чтобы поправить свое здоровье. Вот там, на пути к пансионату, и случилась трагедия. Сегодняшняя ночь была как кошмар. Вот так проснешься и думаешь, Господи, а его уже нет с нами. Это был какой-то палочка-выручалочка везде и всюду. И он везде у нас бегом. Он и пострадал, вот, наверное, потому что везде бегом и торопышка. Конечно, очень много он делал для нас, очень много. И просто с ним, как с человеком, было настолько приятно общаться. Ведь он мухи не обидел в жизни, наверное, никогда. И все время с шутками, все время с прибаутками. Он просто настроение нам поднимал. Алексей Михайлович сегодня похоронен. Теперь в семье Зюзевых из 5 братьев на одного стало меньше. И это тяжелая потеря.